Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу поделиться одним своим опытом. Возможно, вам это будет тоже полезно, если вы используете социальную сеть Instagram и продвигаете себя в этой социальной сети, свой бизнес. А речь пойдет сегодня о том, как можно получать уведомления из Instagram к себе на ноутбук, на компьютер. Это делается при помощи бота, но не так все просто на первый взгляд. Я вам покажу, как это все устроено. Так, я запускаю такой ресурс, как scout.im. Это система управления проектами в Instagram. Простейшая регистрация. В данном случае я уже зарегистрирована в этом сервисе. Выбираю личный кабинет. Убрать регистрацию. Вы регистрируетесь через социальные сети, например. Затем подтверждаете по электронной почте. В этом сервисе есть подробная информация о том, как, допустим, добавить аккаунт, как добавить, настроить получение уведомлений. Допустим, добавить аккаунт. Все расписано. Аккаунт, конечно, имеется в виду аккаунт в Instagram. Как добавить, настройка получения уведомлений. И мне необходимо привязать аккаунт. Обратите внимание, что можно отправлять на электронную почту. Я выбираю email плюс Telegram. Можно отправлять только на email, если вы не пользуетесь Telegram. Можно только в Telegram, потому что на ваше усмотрение. Хэштеги. Подтверждаю. Email, Telegram. Геотеги, email, Telegram, комментарии, email, Telegram, отметки, email, Telegram. Принять изменения. И теперь привязываем аккаунт. Open the Telegram Web. Открывается версия Telegram. Я нажимаю старт. Этот бот, который будет присылать уведомления со скаута, уведомления с Instagram. Выбираю старт. Выбираем настраивать уведомления. Выбираем принять изменения. Я открываю Telegram. Вот этот бот. Информация о нем. Скаут уведомления. Это, конечно, услуга платная, но вам предоставляется возможность первые 14 дней использовать этим ботом бесплатно. И что этот бот умеет? Он вам сообщает о комментариях, которые появились на вашей странице к вашим постам в текущем режиме. Также это могут быть обращения на переписку. Очень удобно использовать. Вы сразу же моментально видите, готовы, переходите просто-напросто, допустим, как здесь. Новый комментарий к этой записи, щелкайте по этой активной строчке по адресу этого поста. Вот открывается этот пост, и вы, соответственно, можете написать комментарий. Можно увидеть расценки на услуги этого портала. Плата за год и помесячная плата. При помесячной оплате 499 российских будет стоить подключение 10 аккаунтов. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезно. Используйте этого бота, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!